Всем привет, это школа экстрим вокала, и сегодня у нас False Chord Amatory. Как начать учиться такому виду вокала? Итак, дыхание. Вы должны делать опору дыхания нижними косыми мышцами пресса и создавать давление на ваши связки. В таком виде вокала, как False Chord, это делается резким рывком, то есть не на усиление, а резким рывком. Если вы сделаете, то, соответственно, нижняя часть вашего живота должна резко вминаться внутрь рывком и создавать давление таким образом. Я рекомендую начинать осваивать эту технику снизу, то есть с низкого гроулинга, для того, чтобы вы не навредили себе, и там это делать наиболее безопасно и просто. Итак, для начала сделайте максимально глубокий зевок. Углубите вашу гортань максимально глубоко и углубите корень языка. Сделайте следующее. Скажите «хо-хо-хо-хо-хо». Можете немножечко приопустить голову и говорите максимально низким голосом. «Хо-хо-хо-хо-хо». Также попробуйте изначально сделать губы в трубочку. Так вам будет проще и лучше извлекать звук. После того, как вы это сделали, попытайтесь расщепить звук, то есть сделать треск из обычного голоса, рывками, нижним косыми мышцами пресса. И прочтите так некое количество времени, чтобы ваши связки привыкли к этому, у вас не было никаких дискомфортных ощущений, боли и тому подобного. Далее, когда ваши связки привыкли к этому, вы должны создавать более резкое и сильное давление на ваши связки и на ложные связки. Обратите внимание на схему. Вы должны резким потоком воздуха попадать в это место. Вы не должны ощущать никаких болевых ощущений. Все, что вы должны ощущать, это жжение, которое как бы идет отсюда и вверх по вашему верхнему мягкому небу. Когда вы уже без проблем можете рычать внизу, и у вас это выходит без труда, попытайтесь для начала просто открыть рот. До этого губы у вас были в трубочку. Открываем рот и немного увеличиваем опору. Либо можете попробовать поднять гортань вашу немного выше. Все, что вам нужно сделать в отличие от гроула, это просто больше раскрыть рот и делать треск, расщепление звука максимально глубоко. И все должно получиться. Еще одна важная фича для придания такому виду вокала большей яркости, лучшего треска и резонирования. Попробуйте поделать следующее. Когда вы делаете что-то подобное внизу, вы делаете расщепление звука как бы максимально глубоко, насколько это возможно, и как бы сзади. Попробуйте поделать следующее. Попробуйте поделать треск как бы спереди гортани, как бы вот на этом треугольничке. И поделайте следующее. Этот звук чем-то похож на мотор машины, либо что-то подобное. И потом попытайтесь соединить это все вместе, когда будете кричать. Тогда звук будет более ярким и мощным. Вот, собственно, и все, что вам надо знать для освоения такого вида вокала. Так что рубите настоящую альтернативу, рубите! Приходите заниматься в школу экстрим вокала. Будет интересно!